Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. С вами Кроша. Это прохождение замечательной игры под названием Plants vs. Zombies Герои. Друзья, давно не ослышались. Эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами. Да, и сразу напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья. Да, поддержите его. Так, и давайте начнем. У нас, в принципе, играем сейчас за зомбаков. Второй уровень. Так, и вперед. О, апельсинчик. Мы с ним уже не раз встречались. У него есть хороший лазер, который может уничтожить любое растение, вроде бы. Я, честно, ну, не знаю, сколько он бьет. О, неплохие эти. Вот это я... Ну, тоже оставим, короче, ладно, все оставим. И попробуем именно вот так вот. Так, я пропущу пока первый ход. Так, давайте дыхнем на него. Отлично. Один урон. Нам нанесем. Так, давайте поставим вот этого. Вот сюда вот. И с этим надо будет очень аккуратным быть. Потом до остальных поставим. Так, я специально сделал, чтобы вот эту потом поставить. Ага, укрепляешься. Плюс один, я хочу его вот сюда куда-нибудь перекинуть пока что. И плюс он должен сейчас еще ништячок взять. Так, отлично. Потом вот этих уже уничтожим с помощью дешевых растений. Так, отлично. 17-17. Так. И если честно, я бы поставил вот этого еще парня. И хочу поставить вот этого. Это, по идее, тоже имповый, и он должен этот усилиться, как бы. Вроде бы. Если мне не изменяет память. Так, ну это, ладно. Так, давайте вперед. Так, и сейчас мы уже будем ставить достаточно мощных ребят. Четыре. И, к сожалению, вот этим не сможем воспользоваться. Или немного подождать, например, и воспользоваться вот этими двумя. Давайте так и поступим. Так, я вот этим хочу вот так вот передвинуть, вот сюда вот. Отлично. Сейчас он еще прокачается. И еще раз прокачается. Так, а теперь у нас очень много очень много зомбаков. Сильный вот этот, и мы сейчас будем пользоваться этим. Так, отлично. Нас чуть-чуть покосали в защиту. Вперед. Еще сейчас нам дадут пару растений. Ой, пару зомбаков. Так, отлично. Это вообще просто растет прямо на глазах. О, мы еще сейчас сможем. Нам надо сейчас просто посчитать. Не спешить никуда, а просто посчитать. Вот этого поставим пока вот сюда. Ага. У нас еще один остался, да? Вот этого поставим пока что вот сюда. И вперед. Потом вроде бы у нас будет уже... Ну, много кого сможем поставить. Ага. Но мы его выхлестнем, но он, кстати, убьет нашего вот этого. Он потому что только вот на этих. Ну ладно. Кстати, он стоил 5. Вот этот. Не страшно. Главное, что все наши выжили. И сейчас мы уже начнем злорадство. Вот этого мы еще сейчас увеличим. То есть мы, например, поставим вот этого парня. А нет, мы его не сможем сейчас увеличить. Зато мы поставим вот этого, и он нам даст еще одну карту.
Так, отлично. И потом попробуем уже увеличить 7, 8, 9, 10, 12 урона можем нанести, кстати. Но я думаю, у него карт много, и солнышки есть, он сможет перекрыть. Если вот этот выживет, мы его сможем... Но он, к сожалению, не выживет. Ну ладно, у нас, в принципе, есть растения, есть зомбаки, которые смогут с этим справиться. Так, отлично. Посмотрим, что, кого нам еще дадут. В принципе, неплохое. 3, 4, 5, 6, 7, да? Так, мы поставим вот это вот сюда вот. Вот этого поставим вот сюда вот. И еще потом воспользуемся вот этими мозгами. Ну, вообще, сейчас посмотрим, куда он будет именно ставить, чтобы нам вообще выжить. У нас этот сейчас еще принесет нам карту. Так, все очень шатко пока что. Он еще вроде бы один раз может вот это такое же растение поставить. Но поставит ли он? Выпадет ли ему? Так, урона может нанести ему, конечно, много. Да, он так и делает. Так, и теперь мы... И теперь нам главное сейчас подумать. Нам сейчас главное подумать. Мы вот этим пользуемся. Так, отлично. То есть мы сейчас уничтожим вот это растение, и потом они уничтожат друг друга. И 3 урона все равно будет ему нанесено. Так, отлично. Так. Он сделал все, что мог, если честно. И потерял всех героев. Все растения. Так. Мы просто поднаставим везде своих. И потом еще попробуем воспользоваться вот этим. Так, что наш оппонент сейчас сделает? В принципе, у него этих много. Одного сильного он меня уничтожил. Еще осталось как минимум еще один. Блин, вот этот рыжий просто на воде, который просто кошмар. Так, ну зомбак. Что-то я раньше не присматривался, ну просто он офигенно страшный. Ага, ладно. Воспользовался. Ага, защитит. Так, мы его не сможем уничтожить. Ну, мы его почти добьем, и он наших троих уничтожит. Но мы сможем вначале нанести один урон ему. Да, вот это достаточно бодро он сделал. Да. Очень все пока трагично. Так. Смог выжить. А, мой тоже смог выжить. Отлично. Так, я поставлю вот этого, наверное, вот сюда вот. И пропущу ход. Ага, ну ладно. Твоя удача. В принципе, все, я дальше пропускаем. 2 урона мне нанесено. Мы наконец выхлестнули. Да, много очень нахватал за последнее время. Так, давайте вот здесь вот. Вот этого посадим вот здесь вот. И вперед. Посмотрим, что он сейчас сделает. Ага. Так, давайте вот сюда вот его передвинем. Чтобы он побыстрее разобрался уже.
Три урона будет нанесено по-любому. Хотя, наверное, скорее всего, это в защиту у него пойдет. Да, так оно и есть. Еще карта. Еще защита. Так. Я, наверное, просто пока в защиту уйду. То есть вот сюда поставлю. У меня нету карт. И два урона мне будет нанесено. Я ему нанесу три урона. Так. Отлично, одну в защиту уйдет. Так, блин. Ладно, одна карта есть. Может быть, что-нибудь у нас и получится. Так, давайте ставим. И будем надеяться, что нам дадут. Нет. Я хочу вот этого сразу же уничтожить. Так, отлично. Фу, вот это было. И сейчас у нас есть большой, хороший шанс его уничтожить. То есть он мне наносит 2 урона. Мы ему наносим 4. 7 урона наносим. То есть вот этот нас его не убивает. Нас убивает самый последний его. Так, отлично. О, орех скоро почти добью. Закопаем своими телами. Отлично, победа, друзья, победа. Да, жесткий был апельсин. Но все-таки против нашего героя, супергероя, он ничего поделать не смог. Хотя он выровнял, если честно, ситуацию. В какой-то момент переломил ее, но нам удалось все-таки добить его. И на этом, наверное, закончим нашу серию. С вами, друзья, был Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь, кто еще не подписан, ставьте палец вверх, комментируйте. И увидимся уже в следующей серии. До новых встреч. Пока-пока.